Итак, друзья, продолжается работа. Мануальная правка людей. Работаем на живой натуре. Вправляем сам чем делаем, лучше переложить сюда. Вправляем позвоночник. В данном случае шея. Не страшно? Держи. Нет, сам чем делай. Главное расслабиться. Так. И еще раз выдох. Так, ну тут мы уже вправили. Так, еще раз немного сгибаем. Вот так вот ее кладем сюда. Угу, просто лежу, ничего сам не делай. И сюда. Раз. Сами расслабили, не держи. Ягодицу, бедро все расслабили. И теперь поворачивайся ко мне спиной на вот этот бок. Открывайся. Эту коленку к себе. Эту ногу зацепили за стол здесь. Эту руку назад. И голову тоже назад, в обратную сторону смотрим. Вот туда, да, да, вот так вот. Держим расслабленно. Выдох. О, оно там мощно было, да? Почувствовал? Да, переворачиваюсь на другой бок, проделаем с другой крестцово-подвздошные сочленения. Вот эти вот мы разбиваем, да, крестцово-подвздошные и пояснично-подвздошные. Вот эти сочленения самые опасные. И так держат поясницу обычно, да, что даже длина ног меняется. Вот эту ногу выше, выше под ногу, а это вниз, Это прямой, да, вот так. Держи за стол здесь. Эту руку назад откидываем, держим коленку, не сильно, просто расслабь, даже главное уже повесить ее, а голову в противоположную сторону, вот туда, ага, и расслабить. О, все, ложись теперь на спину. Ну, ребята, если вы не с нами, то зря подключайтесь, будьте, мы вам подправим спинку, приходите к Олегу Алафову Гудвину.